В Омском районе уже в третий раз прошел антикоррупционный форум «Молодежный контроль». Здесь собрались молодые активисты и студенты, которым было интересно расширить свои знания о коррупции и о том, как можно ей противодействовать. Мы уже не первый год приезжаем на форум. Я представитель, так скажем, Иртышского сельского поселения. Привезла большое количество молодежи, подростков, которые заинтересованы в данной теме, которым интересна социальная, общественная жизнь, какие-то экономические сферы. Ребята хотят узнать очень много нового от спикера, задать какие-то вопросы, которые их интересуют. Также в том году мы участвовали, программа была очень насыщенная, мы участвовали в защите кейсов, был такой чемпионат, очень много конкурсов интересных. И, конечно, в этом году мы не могли не поехать, потому что ребята уже с горящими глазами спрашивали, когда уже можно будет собираться. Для участников было организовано несколько образовательных и дискуссионных площадок. Мы ребятам подготовили разнообразную программу, помимо открытых диалогов, где они могут пообщаться со спикерами. Ребята также сразятся в решении антикоррупционных кейсов, где мы выявим победителя среди всех площадок, а также поиграют в антикоррупционную игру, которая даст им очень много знаний по этой тематике. Государственные структуры окружают нас везде, мы каждый день с ними взаимодействуем, поэтому важно понимать, знать, как уже сегодня обозначали свои права и обязанности в этой сфере, и уметь грамотно и правильно ими пользоваться. Важно уметь применять это на практике, поэтому мы сегодня постараемся выработать какие-то решения конкретных ситуаций, которые возникают у нас в обычной бытовой жизни, да, с которыми мы можем столкнуться. А у нас участники разделены на команды, каждая команда будет готовить решение со своей точки зрения, да, как она видит эту ситуацию, как ее возможно там, предотвратить или разрешить уже случившуюся ситуацию. В рамках молодежного контроля также объявили победителей тематических конкурсов, проектов и постов. Стандартный ролик про коррупцию, то есть несколько полицейских дают взятку там правами. То есть делают права, за это им платят деньги. Вот такой вот ролик интересный. Я думаю, нам помогла победить командная работа. Все было так слажено, все дружно. Ну, безусловно, наши сценаристы, режиссеры, постановщики.